Бля, вы представляете, запись не включил. Охуеть, как ты без музыки будешь. Благодарю, Верховный Лорд. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Фися, мы вчера ульду ходили, короче, это пиздец, это, бля, это вообще, я, по-моему, я хуй знает, я столько узнал, короче. Слышь. Ну, вайпы были, пиздец, просто такие бомжатские. Мы на Фрея 6 раз упали, ну там, короче, хилы такие себе были. То у одного интернет отваливается, то мозг отваливается, то кто-то задумался, то еще что-то. Да, это хуйня, помнишь, после этого Энейра собирал 25-ку? Так я не был в 25-ке. А я был до 3 часов ночи. Да нахуй нам такие рейды, блядь, пишу с гильдии ходить. Перед вами Шрацус, эританский повелитель пылающего легиона. Давайте всех в портал играем. Угу. Сам я из него. Это девонька в гильдии появилась. Кто знает, кто это такая, Тиклами. Это, короче, чувак, его Макс зовут, хозяин Перса. Он своей девушке, походу, ее отдал. Этого Макса я знаю с 13 года. Ладно, понятно. Зачем у Макса нику Перса потекла? Не знаю. Может, что он... Она поменяла? Нет, такой был. Ага. Бабу. Хорошо. Ты, сука, ёбаный брод. Брод. Алло, нахуй. Вам чё, поебать, что ли? Как дела, забыл сказать. Играть с темной магией. К счастью, вы выходите из центра. И теперь вас ждет новый противник. Так, сколько там танков? А, Таликун в танке. Скарлет, пипец танк, Англи танк. Заебись, хватит. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Не хотели запятнать честь Альянса. Это самое, маг. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Дай столик нам, то я тебя просил перед первым боссом, а ты что-то это самое, посмотрел на меня как на дауна, блядь. Поставь столик, что ты как я пишешь? Где столик? Тыкай его. Тыкай его. О, красава. Говорит, как это на тебя хотел? Отойдите, блядь, не могу взять 80 сурделей. Так, кто там вышел? Кто там вышел? Так, пипец, Танчишвара. Виталий Кун. Хуй знает, давай рогу. Кто там еще, блядь? Так, кто у нас? Англив. Танчиш ДК. Кто еще? Скарлет, Танчиш. Посмотрим, кто там есть. Блять. Еще некого больше. Скарлет, помогаешь с тремя метками, с этими ромбик, хуёмбик, то есть помогаешь, если не в рейд уходит. Так, первым бьем Лока, вторым бьем. Где-то хан должен быть, девушка. Вот он хант. Вторым бьем ханта, а потом поставлю метку. Играем как в PvP, фирим, станем, разоружаем всю хуйню, чек на пол. Все, все готовы, тянем звезду и...
малышка, беги! Потом кружок. Давайте кружбан. Спойте людей, чтобы они не бегали, дураки. Что если свести, блять, просто из-за уешь? Кружка звезду. Блять, не пейте ее. Кого? Давайте. Да он руку кто-то бьет нафиг. Где он? Она это агрится. Да, блять, список игро. Убирается. Давайте ромбик. Какие-то шипы там побежали. Алло. Клота. Ладно, Клота, стой, девочка. Теперь пока. Бери этого. О, ладно. Все, добивайте. К воротам сразу отходим. Пустая и горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как лишь целое. Сплотившись, вы сможете Кто пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязание начнется! Черная беда. Агрить. Темного повелителя. Во имя короля Лича. Вы умрете.
Сомневаешься в могуществе Орды, Паладин? Мы примем любой вызов! Чё-то меня этот толчат так бесит, надо его закрыть. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного... А кто щит с прошлого босса выролил? Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Просто я смотрю, он никому еще не упал. Такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я заслужу тебе смерть. Нерубианцы воздвигли целую империю. А что, лут пропадает, если так быстро запускать? Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Буду знать. Наверное, в прошлом рейде также пропал, да? Павших чемпионов будут приносить... Бля, я сюда только за щитом, блядь, пришел. Фордринг. А как у тебя ник? Антант. Антант, где это? А, вот этот шаман, да? Бля. Ну так с ЦЛК заберешь с обычки, зачем тебе? Иди к нам, где ты пойдешь в обычку сегодня. Так, запускайте этого пидора. Это место станет вашей могилой. Славик, Карайский Болт. Привет. И потом после них ЦЛК, да? Пара, я не знаю. Я могу устать и не захотеть нихуя собирать. Ну, домашний босс приведем, нет? Давайте синий босс.
Херу добиваем босса. Сейчас панк порежь от хил, если не режешь. Фонта нет. На ИП кто-то заходит? Да. Попал, алкаш, здорово. Ебать, три извиник сказал. Так, порту из Долоран, давайте заходите быстрее. Я шучу, я снечек. Кто там с Алчата в гильдии желает вступать? Не слушайте всяких пидоров с Алчата, там, которые говорят, что мы плохая гильдия. Кичирыга, чё, в гильдию идёшь? Ага. ПМ, напиши мне имя спек ГС для заметки. Плюсуйте на ИП пока. Асфрис на ИП, да? А имя напиши, чтоб тебя как-то называют Вася, Петя там. Это самое, кто в гильдию вступил, там из среды не ливайте, чтобы ИП вам начислилось. Так, все начислять можно для чего-то. Ну, просто обратно возьми. А кому отписаться по поводу гильды? Мне, Релло. Че, накидывать, не? Да, и гильду Антанту. А, сейчас тебе дам, потом накину. Имя спек ГС, скажи, ВРК. Антон, 5.2, Эршам. Тёзка, бля. Так, заходим. РС-25.